Приветствую вас, зрители, гости и подписчики моего канала. Сегодня получил вот такую посылочку от своего друга Миши Лебедева. Мы с Мишей вместе делали заказ. Миша нашел дешевый по скидке броневик американский М4. И мы с ним сделали вот такой заказ. Сегодня эта посылочка наконец-то добралась до меня. И я буду ее сейчас распаковывать. Заказали мы вообще 5 штук. И обошлись данные броневики вроде что-то в районе по 600 рублей. Была акция в каком-то магазине, и Миша оттуда заказал. Вот, как бы вообще смешные деньги. Заказали 5 штук. Вот Миша 3 заказал, я 2. Хорошо он упаковал. Вот. Но как мне Миша позвонил, сказал, что броневики отличные. Я теперь думаю, что за такие деньги надо было заказать тоже 3 броневичка. Так как в данном наборе, если раздобыть инструкцию, можно будет собрать несколько. Ну вот, друзья, 2 одинаковых броневика, как вы видите. Вот, фирма Dragon. Интересный броневик периода Второй мировой войны. Версия броневика минометный, 81 миллиметр миномет возил и боезапас к нему. Вот, как вы видите, полная коробочка такая. Вот как раз попал в коробку. Миша мне еще прислал клей для прозрачных декалей. Вот, нужная вещь, ой, для прозрачных декалей, для прозрачных деталей. Нужная вещь, особенно когда в автомобилях или в авиации вклеивать стекла. Клей очень помогает, не оставляет следов, хорошо держит остекление. Вот такая вот коробочка. Ну, обзор по коробке сделаю, распечатаю с целлофана литники, сам ознакомлюсь с данным набором и сделаю на него обзор. Ну, вот такая вот посылочка, друзья, пришла, чему я очень рад. Спасибо, друзья, за просмотр, спасибо, что смотрите мой канал, спасибо, что остаетесь на канале. Продолжайте смотреть, дальше будут новые видео. Всех благ вам, друзья!